24 часа на решение проблемы. Комиссия отберет кандидатов на пост министра экологии Нижегородской области 4 декабря. Об этом сообщил глава региона Глеб Никитин. Сегодня в ходе жеребьевки между претендентами были распределены экологические задачи. Их кандидаты на пост должны решить в рамках защиты своих программ. Напомним, что всего для участия в отборе на пост министра экологии на портале команды правительства зарегистрировалось 38 человек. По результатам отборочных и оценочных процедур к очному этапу допущены 11. И уже завтра останется максимум 5 кандидатур.